Причем белыми стали газоны и тротуары только центральной части курорта. К тому же ощутимо похолодало. Град на курорте сегодня стал одной из самых популярных новостей в соцсетях. Фотографировали белые клумбы и делились картинками почти все пешеходы. Накануне МЧС информировала горожан о том, что в горах курорта ожидается сильный снег. Кроме того, утром и днем 31 октября на участке Магри-Веселая сохранялась опасность формирования смерчей над морем. Все экстренные коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности.